Партнер проекта – жилой комплекс «Цветы Прикамья». Все, о чем мечтали, вы найдете в ЖК «Цветы Прикамья» на Кронштадтской. Добрый день. Автовладельцу удалось оштрафовать страховую компанию за то, что она не захотела выплачивать ему возмещение по ОСАГО наличными. Авария произошла в августе 2015-го, и виновным в ней был признан второй участник ДТП. Стоимость ремонта машины потерпевшего с учетом износа запчастей, согласно экспертному заключению, составила 64 тысячи рублей. Спустя две недели после ДТП он подал страховщику заявление о выплате наличными деньгами. Через 10 дней страховая компания ответила клиенту, что с ним произведут безналичный расчет, и он должен предоставить реквизиты банковской карты. Мужчина подождал еще два месяца и повторно направил в компанию претензию с требованием расплатиться с ним наличными. Как уточняется в сообщении суда, страховщик оставил претензию без ответа, из-за чего автовладелец обратился в суд. В результате ему удалось отсудить почти в три раза больше – 159 тысяч рублей, учитывая неустойку, штрафы и компенсацию морального вреда. Если страховщик настаивает на определенном способе выплаты страхового возмещения, его действия незаконны, утверждают опрошенные порталом banki.ru юристы на основании статьи 12 закона об ОСАГО. Правда, не все страховщики с этим согласны. В большинстве страховых компаний вам предложат договор, где вы должны будете сделать выбор, как перечислять страховое возмещение на карту или наличными. Кроме того, вознаграждение может получить ваше доверенное лицо или нотариус. Это правило день.